Земля от цвета. Вот. Я хотел эту даму, очаровательную девушку, которая это самое, влезла, куда она ничего не понимает, да? И у меня готовилась уже такая речь по принципу «Парикет плывет топор из города Чугуева». Понятно, что там дальше? Какие слова? Так вот, я не могу допустить, чтобы этот самый плыл дальше. Смотрите. Она берет и... Это свеженькое, вот видите, это самое. Ну, не совсем свеженькое, но этого года. Этого года. 5 дней назад. Мне бросилось в глаза, почему? В стране вишни как вид уничтожены практически. Уничтожены. А если они и попадаются в Яндексе, попадаются в этом самом, ну и прочих этих, то, как правило, это больные, несчастные деревья, которые уже вылечить невозможно. Почему? Они изувечена почва, изувечен нижний штамп, нижняя часть штампа, изувечено все это, прорежено. И они заболели от этого. А нас учат их лечить. Смотрите, что делают. Я попробовал эту девушку найти. И нашел. Я вам просто показываю. Есть очаровательная девушка, очаровательный специалист в своей области. Но подработать надо. Вы понимаете, что у нее 100 тысяч просмотров. 100 тысяч. Не дотягиваем мы еще. После сбора урожая вишня отдохнет недели две. То есть осень. А потом начинает активно, сейчас добавлю масштаб, а потом насчет, кстати, полюбуйтесь, прекрасная девушка. Вот. Я почему вот это вот не стал, очень мне хотелось так ей это самое вмазать, извините за выражение, но попробую сдержаться. Начинает закладывать почки на следующий год. Это, к сведению, она флорист. Извините, в садоводстве она дура-дура, я чуть ниже объясню, почему. Вот. Ну, дура – это самое это, плохое слово, которое вы сегодня услышите. Начнет активно это. Какой хрен они закладывают почки осенью? Ты, как говорят, с дуба рухнула? Или с этой, с вишней? То есть урожай закладывается уже сейчас. Боже мой. Перед закладкой почек нужно обрезать ветки, мешающие формированию дерева, и оставить только те, на которых будут ягоды. Я вначале взял, ищи это, смотрите, вот то самое. Нельзя обрезать. У нее 100 тысяч просмотров. У нас, дорогой Павел Троценко и дорогой Юрий Железов, кому поверят? И тогда я подумал, а кто тебя, куда ты лезешь, где ты ничего не понимаешь? Вот дерево, да, смотрите, я чуть просвину. Вот это в моем саду. Ну и отрежка ты, а ведь это молодые деревья, вы поверите? Эти деревья закладывались, вот это вот, 15 лет назад. Это молодежь. Вот скажите мне, им никто не мешал расти, к ним никто не подходил с секатором, их никто ни разу не поливал. Они вот они, у меня есть фотографии, есть эти фильмы, где я хожу по вот одно, второе, десятое. Вот. Где ты будешь резать? Раз. Нахрена ты будешь резать? Два. Опять грубое слово применил. Оклялся, не буду. Смотрите. Я просто взял, потому что как-то их надо, ну, чтобы их, они уходили отсюда, там, где не понимают. Я взял и нашел ее. Это оказалось так просто. Видите? Вот. Почему же не найти-то? Нашел. Мир, Белогорье, Белгород. И выясняется. Ничего не напутал. Я даже ее профессию расшифровал. Флорист-ботаник. Я ищу, фамилия есть, все есть, страница есть, а образования нет. Самоучка? Ну, я не против, я сам самоучка. Ученый-ботаник? Ну, у тебя нет института, который ты качала, просто как-то случайно его там нет. Флорист, специалист в облаке флористики. Декорирование интерьера. Вот это твое. И, наконец, мастер цветочного натюрморта. И, наконец, Адриана Троценко. Вот она. Принимаем заказы на украшение цветами
и тематическим декором свадеб. Вот это твоя. Здесь тебе равных, наверное, нет. Наверное, ты это, все это умеешь делать. Нахрена ты? А для чего это делать? Я теперь знаю. 100 000 просмотров. 100 000. А дальше что за ними? Реклама, реклама, реклама. И, наконец, серебряники. И вот ты, потому что нет ничего легче на свете, чем сделать статью по обрезке. Вспоминаем этих, как их, феи из телеканала «Бобер». Отрежем все, что растет вниз, все, что растет вверх, все, что растет внутрь, все, что растет, это самое, укоротим, укоротим, укоротим. Каждую вторую прорежем. Вот, я еще до них доберусь даже сегодня, если успею. Вот куда ты лезешь, ты? Ну, это ладно, там я нашел еще одну. Вот, это, ну, я написал «Мертвая красота сада». Учить красоте, вот она, прекрасная девушка. Но не лезь зарабатывать на смертельных приемах. Тебе же на том свете отвечать придется. Там же спросят, что ж ты делаешь-то? Вот отрезай хоть одну ветку. А у нее садов нету. Это же данное, я же сам на этой международной конференции. Меня лишили слова. Я сижу рядом с главным редактором этого председателя хозяйства журнала, своей любимой, которая меня туда за руку и привела, которая организовала мое приглашение, но не думала, что меня слова лишат. Так, Тамара Александровна. И сижу рядом с ней и слушаю. В стране уничтожены, то есть это, в стране погибают вишневые сады. Фактически уже погибли. И начинается Короче, вы знаете, это десяток разных якобы грибковых заболеваний. Нету грибковых заболеваний. Вообще нету. Грибы едят мертвечину. Вы уничтожили деревья. Я причины две называл. Близкородственные связи, размножение идет, сами знаете как. Как пошло от одного корневой отводки, вот один, второй, десятый, одно попадает в деревню, одно дерево, дало десяток отводок, перешли в соседние дворы, те дали десяток, а геометрическая погрязь уже сотни, тысячи, переехали еще в одну деревню, еще в одну деревню. Все родственники. Что же вы хотели? А это деградация. А потом еще давай проезжать, проезжать, проезжать. Зачем ты это делаешь? Кто тебя просит? Флорист. Ну и занимайся флористикой. Это ж такое придумать. Закладывают осенью почки, надо это. Фух. Ладно, попробуем потише.